Экологическая сенсация в новом свете. Группа американских и колумбийских ученых объявила, что обнаружила останки самой большой из когда-либо обитавших на планете змей. Ее длина составляла 13 метров, а вес свыше тонны. Позвонки доисторического пресмыкающегося раскопали на северо-востоке Колумбии еще 5 лет назад. Теперь же удалось составить примерный портрет древнего удава. Эта гигантская змея жила почти 60 миллионов лет назад в тропических лесах Южной Америки. Ее размеры впечатляют. Она была длиннее пассажирского автобуса и могла бы запросто съесть корову. После вымирания динозавров эта змея стала самым крупным наземным позвоночным на планете. Ее останки ученые обнаружили при раскопках в районе самого большого в мире открытого угольного разреза Эль-Серихон. Там же нашли окаменелые кости ее жертв – крокодилов и черепах. По утверждению ученых, основной средой ее обитания была вода. В Колумбии более 40 видов змей, но серихонская позвоночная ни к одному из них не относится, хотя оно явно в близком родстве с гигантскими удавами и особенно с современными боа-констрикторами. Это совершенно новый вид. Ему дали название титана-боа. По утверждению ученых, находка может привести к полному пересмотру представления о древнем климате Земли и экосистемах прошлого. Изучая позвонки титана-боа, исследователи смогли рассчитать среднюю температуру в тропиках Южной Америки той эпохи. По нашим подсчетам, 60 миллионов лет назад среднегодовая температура в экваториальной Южной Америке была примерно на 10 градусов выше, чем сегодня. Дело в том, что величина хладнокровных пресмыкающихся напрямую зависит от среднегодовых температур окружающей среды. Таких впечатляющих размеров змеи могли достичь при среднегодовой температуре в 30-35 градусов по Цельсию. Сегодняшние змеи-рекордсмены достигают всего 10-метровой длины, а весят от силы четверть тонны. Впрочем, как предсказывают ученые, происходящий в настоящее время процесс глобального потепления климата может снова привести к увеличению размеров животных. При этом специалисты не исключают, что и современные удавы в отдаленном будущем будут сравнимы по размерам с титаном-боа.